По вниманию автомобилистов, движение перекроют снова. В это воскресенье во Владимире стартует полумарафон. Пройдет он в самом центре города. Так что с 9 утра и до 4 дня перекроют движение от Студенной горы до площади Фрунзе. Транспорт направят в объезд по Лыбецкой магистрали и улице Луначарского. Кроме того, сегодня перекрыли движение по большому проезду на участке от Разина до улицы Парижской коммуны. Это связано с ремонтными работами. Движение на этом участке планируют открыть только 25 сентября.